Я хочу рассказать о сцене боевых буднях нашего полка и, в частности, о гибели одного нашего товарища, погибшего в 2005 году, командир группы, Герой России Дмитрий Живкове. Наваливалась смерть тяжелою стеной, от плотности огня кипели скалы. И вновь вперед, в атаке затяжной, на пике беспощадного накала. Рвалось пространство в клочья неистого свинья, комгруппа распахнув ворота вечность. А всем живым разбросаны в зеленке по камням секунд жизни скоротечность. Есть свой порядок в хаосе войны, и не изменит путь той самой пули. И все уже команды отданы, и ты навечно встал в почетном карауле. Мы вместе заходили в этот бой, а дальше каждому по-своему предстало. Он восходил геройской судьбой на самую вершину пьедестала. И страшным вихрем, а не ветерком, тросом вертушки поднималось тело. А рядом незаметным огоньком на небеса душа его летела. Есть свой порядок в хаосе войны, и неизменен путь той самой пули. И все уже команды отданы, и ты навечно встал в почетном карауле. А бой захлестывал сознание ребят, но будто ветром развернуло знамя. Та мысль, что не оставил он отряд, и навсегда незримо будет с нами. Та мысль, что не оставил он отряд, и навсегда незримо будет с нами.